надеюсь, что все пройдет хорошо. Надо стакан выкинуть. Марк. Я долго копил шутки, я сейчас как-то жила. Такая... Один раз уже пошутил случайно. Вообще я копил. Антон, давай. Если что, Женя Полонский мне будет помогать. Спасибо. Не надо, Женя Полонский. Вот появился легендарный блогер Кирилл Тинок. Мое поколение, Евгений. Практически вовремя. Что-то нереальное. На